Дорогие друзья, мы приехали в уникальную электростанцию, которая называется Архимед. Прикиньте, это отель, видите, там 5-звездочный отель, новопостроенный. По ту сторону Агалы Кент, школа, детский сад, более 300 вилл. А вот это электростанция Архимед, она питает весь вот этот вот жилой комплекс. Посмотрите, какая красота, работает на 2/3. Третья турбина не включена, так как пока нет надобности, они уже набрали достаточное количество электричества. Это река Хакари-Чай. Офигеть. Потрясающе. Вообще, мне в Азербайджане в последнее время очень нравится технологичность. То есть, мы от всего старого, вот, знаете, вот советского уже отходим. Вот теперь у нас все так дорого, круто и невероятно. Понимаете, даже бедные блогеры могут приезжать вот так скромно, как я, и здесь снимать свои видосы. Круто! Yes!